Я кошмарный Фредди. Я заметил, что кто-то не поставил лайк и не подписался на канал. Если ты это сейчас же не исправишь за 5 секунд, тогда я найду тебя и съем. Время пошло. 1, 2, 3, 4, 5. Ну и, друзья, на канале Сирена Студио вышла новая анимация «Глэмрок Фредди защищает Грегори от Хагиваги». Обязательно посмотрите, ссылочка в описании. И всем привет, дорогие друзья! Ну а с вами снова я, Слайк Маст, и, конечно же, Дарк. И сегодня мы, ребята, будем угадывать по тени новых секретных аниматроников в игрушке под названием Гаррис Мод. Всем хаюшки, ребята! Ну, вообще, да, друзья, продолжается рубрика «Угадай по тени аниматроников». Мы уже, друзья, устраивали одну такую серию. И мы-то угадывали самых обычных аниматроников из игры FNAF 9 Security Breach. Там, ребят, были Рокси, Чика, Фредди, Монти, Диджей, Солнце, Луна и другие аниматроники. Ну а сегодня у нас будут секретные аниматроники, которых либо не было в игре, либо которых придумали и добавили в виде модов в эту самую игру, во FNAF 9. Разные, ребята, аниматроники. Ну и плюс, ребята, нами уже придуманы аниматроники и добавлены уже в эту игру, в Гаррис Мод. Те ребята, которые следят за каналом, конечно же, думаю, их уже узнали. Ну и, друзья, не забывайте то, что в эту игру, в эту рубрику мы играем вместе с вами. То есть не только мы с Дарком угадываем тени, ну и, конечно же, вы тоже угадываете тени вместе с нами. А как вы, ребят, угадываете их? Все правильно, в комментариях. Для этого у нас есть, друзья, это целый раздел комментарий, где вы можете писать тех аниматроников, которых вы смогли угадать. Ну и, ребят, напоминаю, как в это играть. Например, первый у нас какой-нибудь там Фредди, либо Чика. Вы пишете единичка Чика, двоечка Фредди, троечка там Бонни, к примеру, четверочка Фокси и так далее. Но лучше, ребят, пишите именно прям полностью название, например, Глэмрок Фредди или Глэмрок Чика. Потому что, ребят, тут могут быть не только глэмроки. Поэтому, ребятки, пишите максимально, что это за аниматроник, как он называется. Если он называется Глэмрок, пишите Глэмрок. Если он называется как-то по-другому, напишите полное его название в комментариях. Ну и чтобы угадать каждого аниматроника, у вас будет аж по 10 секунд. 10 секунд до каждого аниматроника, чтобы написать в комментариях, что это за аниматроник. Ну а всего их сегодня, ребятки, будет 12. Не забудьте, друзья, подписаться на канал, поставить лайк, а мы, друзья, начинаем играть в эту игру. Ну и, ребятки, первый вот такой вот аниматроник. Он, конечно, как-то странно немножечко выглядит, но я думаю, уже многие угадали, кто это такой, потому что он, ребят, только единственный так руки держит. Ну и, друзья, да, у вас есть 10 секунд, чтобы угадать, что это за аниматроник в комментариях. Давайте, ребят, не ледитесь, поиграйте с нами в эту игру. Дарк, кстати, у тебя есть догадки, что это за аниматроник такой? Да-да-да, у меня есть догадки, кто это может быть. Ладно, ребята, у вас есть 10 секунд, время пошло. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ну это, ребят, конечно же, качок Хелпи. Да, угадал? Абсолютно верно. Да, ребят, угадал. Он только так руки держит, немножечко их оторвав от своих подмышек. О! Ё-моё, куда это я залетел? Ребят, да, вот такой вот качок Хелпи. Накачанный какой-то аниматроник Хелпи. Хелпи сам по себе мелкий, а этот очень даже большой. Так, ребят, давайте немножечко его в сторону отодвинем, а то увидите, тут какой-то взрывоопасный у нас. В сторону отодвигаем. И, ребятки, следующий аниматроник. Кто же это такой? Кстати, таких, ребят, аниматроников сразу два. Но я, кажется, уже знаю, кто это. Давайте, ребят, угадайте. Время пошло. У вас есть 10 секунд. На самом деле, выбор тут невелик. Что это за аниматроник такой? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Это, друзья, аниматроник «Грусть и радость», а именно, мне кажется, это... Это радость, мне кажется. Думаешь, радость? Да, это радость. Ну, в принципе, да, ты прав. У него, по-моему, такая шапочка. Хотя, подожди, а у грусти я уже не помню, если честно. А вот, кстати, грусть тут тоже будет. Да, ребят, там будет дальше. А, ребят, радость со стороны так в сторону руками. Видите, делает. Грусть по-другому немного делает. Ладно, следующий давайте аниматроник. О, мне кажется, по шляпке вы его уже угадали. Да и в целом по силуэту, по тени. Время пошло, друзья. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Это, ребят, конечно же, уже культовый, легендарный Мишка Фредди из первой части. Оригинальный Фредди. Угадал? Да, угадал, это оригинальный Фредди.
Вот он, друзья. Он называется, по-моему, просто Фредди, ну, в общем, да. Вот такой вот бишка Фредди. О, ребят, тоже культовый довольно-таки аниматроник. Небольшая подсказочка, он, друзья, появился аж только в 3D части ФНАФа, так что давайте попробуйте угадать. Время, друзья, пошло. Все как обычно, 10 секунд. Напишите ваш ответ в комментариях. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. И это, ребят, конечно же, Спрингтрап. Кто же еще мог появиться только аж в 3D части? Это, конечно же, ребятки, Спрингтрап. Так, у него надломанное ухо. Угадал, Дарк? Да, угадал. Вот он, друзья, смотрите, как он выглядит. Такой есть переломанный, поломанный Спрингтрап. Так, ребят, следующий. О, какой-то, ребят, у нас аниматроник с большими ушами. Попробуйте, друзья, угадать. Тоже время пошло. Это на самом деле крайне легко. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Кто же это может быть еще? Конечно же, Глэмрок Бонни. И вот он, друзья, Глэмрок Бонни. Да, мы угадали. Вот такой вот Бонни только из 9 части, во версии Глэмрок. Как-то вот так вот он, возможно, бы выглядел, если был бы в игре. Ну а, ребятки, его, вы знаете, сами заменил Монти, Монтгомери Гатор. Или Гаттер, как его там правильно зовут, я, ребят, не знаю. Короче, Монти. Так, хорошо, следующий. Попробуйте, ребят, угадать. Что это за такой аниматроник? Тоже, кстати, секретный. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. И, ребятки, это, конечно же, Глэмрок Фокси. Да, абсолютно угадал. Абсолютно верно. Пират наш. Пират. Так, ну, кстати, йо-хо-хо, здесь его крюка особо не было видно, да? Но, в принципе, по силуэту, я думаю, довольно-таки легко было угадать. Хорошо, следующий. Какой-то, ребят, у нас еще один аниматроник с большими ушами. Время пошло. Напишите в комментариях, что это за такой аниматроник. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. И мне, ребят, кажется то, что это Гличтрап. Да, это Гличтрап, потому что он отличается от Ванессы только тем, что у него уши в разную сторону. Ну, по крайней мере, его силуэт. Так-то тут, конечно, очень похож на Ванессу, но у Ванессы уши вроде вместе, а у Гличтрапа уши в разную сторону. Так, ребят, следующий аниматроник. Попробуйте угадать, кто это такой. На самом деле тоже довольно-таки легко. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Это, друзья, поломанный Глэмрок Фокси. Да, сломанный, ребят, Фокси. У него, кстати, тоже не видно его крюка по силуэту. Но при этом очень, ребят, его легко выделить, потому что он похож на того Фокси предыдущего. Но он немножечко по-другому стоит. Немного по-другому руки держит. Хорошо. Так, следующие, ребятки. Смотрите, аниматроник. Кажется, он на сегодня был. Или не было. Попробуйте, друзья, угадать. Время пошло. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Итак, у нас сегодня, ребят, уже был аниматроник «Радость». Мне кажется, это грусть, да и тем более анимация вроде как у грусти. Именно вот такая вот. То есть как у Луны. Прыгает со стороны в сторону. И я угадал? Да, угадал. Да, смотрите, это, ребят, грусть. Угадали мы. Так, ну и остаются, друзья, самые интересные, да? Аниматроники. Попробуйте угадать, кто это такой. Смотрите. Давайте, ребят, время пошло. У вас есть 10 секунд. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. И это, ребят, конечно же, аниматроник Качок Солнышко. Да, ребят, Качок Солнца, огромно качественный аниматроник. У нас, кстати, уже было много серий про него. У нас, кстати, уже было много серий про всех аниматроников. В частности, про самых таких известных и популярных. Это Глэмрок Бонни, Хелпи и так далее. Но, ребят, ждите еще и про других аниматроников. Тоже много серий. Так, следующий, ребят, аниматроник. Попробуйте угадать, кто это такой. Тоже, кстати, про него уже ролики были. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Это, ребят, конечно же, кошмарный Глэмрок Фредди. Новый, друзья, кошмарный аниматроник из FNAF 9.
Да, это, ребят, Glamrock Freddy, только супер-пупер покоцанный и вот такой вот кошмарной ужасной версии. Хорошо, угадали мы и этого. И, ребятки, последний секретный аниматроник. Давайте, ребят, отсчитываю, время пошло. Это довольно-таки, мне кажется, легко и так. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Это, ребятки, Солнце Луноголовый. Последний на сегодня секретный аниматроник. И, друзья, получается, в сумме у нас были сегодня Хелпи, Радость, Фредди из первой части, Спрингтрап из третьей части, Glamrock Bonnie, Glamrock Foxy, Glitchtrap, Поломанный Glamrock Foxy, Грусть, Качок Солнышко, Кошмарный Glamrock Freddy и Солнце Луноголовый. Новый мутант-аниматроник. В общем, да, друзья, вот такая у нас сегодня офигенная серия вышла. Угадай по теди новых секретных аниматроников. Надеюсь, вы, друзья, угадали хотя бы половину, либо около того. Если вы, ребят, угадали всех, то вы просто красавчики. Либо же хотя бы где-то около 10, если вы угадали аниматроников, то реально, ребят, молодцы, шарите за аниматроников. Если где-то, ну, 5-6, в принципе, тоже неплохо. Но если, ребята, вы угадали 2, 3 или даже 1, то лучше прямо сейчас же подписывайтесь на канал, ставьте, друзья, лайки, и буквально посмотрев несколько моих роликов, вы уже будете довольно-таки хорошо знать эту вселенную, вселенную ФНАФа, вселенную про аниматроников. Так что, да, ребят, дерзайте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Кстати, ребят, если вы тоже все-все угадали, как и я сегодня, то все равно подписывайтесь, потому что есть много роликов про ФНАФ. Ну и, в принципе, да, ребят, вот такая у нас сегодня была викторина, вот такой вот прикольный тест. Не особо длинный, не особо затяжной, от этого даже только хорошо. Если вам понравилось, конечно же, друзья, поддержите нас лайкосиками. Ну а мы на этом с вами прощаемся. Всем, друзья, спасибо за просмотр. Ставьте, ребят, лайки, подписывайтесь на канал. С вами был я, Слайкмаст, и, конечно же, Дарк. До встречи в новых роликах. Все, ребята, пока-пока. Всего хорошего, ребята.